все комплименты вообще только в сторону моего партнера. Нет, в адрес нее. Она за эти 4 дня нервы потеряла, наверное, как за 10. Результатом прогресс еще выше. Я уже по баллам понял, что сегодня выше, чем вчера и позавчера. И ну просто с такими нервами это того стоит. Сейчас пойдем напьемся твои. Ну, естественно, подобными глупостями заниматься никто не стал. И уже на следующее утро Оксана Грищук и Петр Дранга, впрочем, как и многие другие фигуристы, были на катке. Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться – это не просто слова. В последнее время это жизненная позиция всех участников проекта «Танцы на льду». Все занимаются на катке почти каждый день и зачастую по 5 часов. Честно вам скажу, по себе знаю, это нелегко. Но тренируемся, как говорится, на совести. Танцы на льду отнимают у участников практически все силы и время. На другие дела остается минимум. Но даже за эти считанные часы аккордеонист Петр Дранга, например, успевает записывать свой первый альбом. А Оксане Грищук, постоянно живущей в США, только здесь, в Москве, удалось осуществить одно из самых заветных желаний. Девочкам можно плавать, держась за спиной плавничок. Вот. И они очень любят, когда их чешут и гладят ладошки, а они чешут, как все там готовится. Слушайте, ну я первый раз. Ну, не проблема. Я то боюсь. Есть глазки трогать не нужно. Ага. Да? И дыхало вот это отверстие на вершине головы, через что они дышат. Ага. Да? Вот. Ладошки не закрывайте. Ага. Так, слушайте, я боюсь. Подайте нам вебинар, да? 11 градусов. Можно ее погладить? Или нет? Если она меня не укусит? Нет. Точно? Ну, если укусит, то вы будете первым, кого она укусит. Ага. Привет. И поплыли? Да, лечим. А она меня отпустит? Я тебя сейчас. И что, прям? Немножко меня даже вот колотит. Прям так, ну, потому что что-то, когда в первый раз в жизни пробуешь, и какие-то такие вот ощущения необычные, но просто бесподобные. Не знаю, какие-то почти магические. Мне очень понравилось вообще. Я просто счастлива.